Ваше сиятельство, вы подлец. Заберите ваши деньги, можете их не пересчитывать. Таким негодяем, как вы, я возвращаю долги с лихвой. Пожалуйста, можно вас попросить заказать 2 билета? Для вас, пожалуйста. Купе на двоих, Франц. Время? На ваше усмотрение. Время ночное, Франц. Направление север, восток, запад. Южное направление, Франц. Пеликан все понимает. Я служу здесь 25 лет. Это чувствуется? Возмутительно. Это все ваше упрямство, графиня. Он даже на вас и не смотрит. Но отказаться от приглашения было бы неприлично. Мало ли что подумают в обществе. Вас телефон. Здесь удобнее. Благодарю вас. Пожалуйста. Приятный голос. Воды, мадам? Благодарю. Коньяк? Я не пью. Да, вы уже говорили. Да, я говорил вам об этом. Говорили, месье. По телефону. Приятный голос. Разрешите, я почитаю? Люблю почитать про себя вслух. Негодяй. А? Собирается выступить под своей фамилией и без маски. Ой-ой-ой. Прекратите. В конце концов, мы с ним повенчаны. Он мой муж. Поближе к сцене. Согласитесь стать моей женой, я сожгу вашу брачную запись, я разрушу мечеть. Часовню. Часовню. И все обратится в шутку на балу. А если нет? Тогда вы действительно жена, а ваш муж скачет по всему белому свету, и вы принцесса цирка. Принцесса цирка? Нет, это невозможно. Конечно, невозможно. И вы виноваты во всей этой истории. Да, я. И я это сделал из-за любви к вам. Одну минуту. Все в порядке, мистер Икс. Купе на двоих заказано. На самый ночной поезд в самом необходимом для вас направлении. Благодарю вас. Передайте, пожалуйста, эти билеты моему ассистенту. Она сюда придет. Она? Понял. Упал. О, уронили ножичек. Ножичек. Так, прошу, стерильно. Благодарю. Коньяк? Нет. О, вы уже говорили. Франции не надо коньяк князю. Вы просили меня стать вашей женой? Я подумала и решила принять ваше предложение. Вот вам моя рука. Дорогая, с вами не соскучусь. Шампанского. Шампанского! За тем столом уронили ножичек, за этим вилочку. Стерильно. Благодарю вас. И надолго вы нас покидаете? Навсегда. Князь, обсудим маршрут нашего свадебного путешествия. Одно ваше слово. И вся география к вашим ногам. Вплоть до Кингчел. Да. Почему я никогда не замечала, какое у вас мужественное лицо? Выразительные глаза. Какие длинные реснички. А это складочка. Где? Вот эта складочка говорит о многом. О, я еще и не на то способен. Потрогайте. Пощупайте. О, если бы я знал всю эту программу заранее, я бы сразу накрыл на 2 персоны на полу. По-моему, дама охотнее поужинала бы с вами. Сделайте как-нибудь, чтобы этот тип исчез хоть на минуту. Ради вас, мистер Икс, старый пеликан готов на все.